Всем привет! Сегодня у меня расцвела пестролистная красивая Russian Princess Swan, принцесса лебедь. И почему-то он выдал у меня коричневый цвет. Не знаю, с чем это связано, но коричневый. Сейчас я второго отодвину. Я на него отдельный обзор сделала. Вот у него лист. Видите, он пестролистный. Внизу, наверное, побольше видно. Хотя нет, так же. Пестролистный сорт. Очень прикольный. У меня в этот раз потемнее, чем первое цветение было. Второе цветение даже не успела заснять. Поэтому вот это третье. Там получается крайний бутон, потому что вот этот вот он сбросил. Ну, там есть еще бутончики, но не знаю, буду я ждать, не буду, или все-таки в обрезку его. А может, и пускай цветет. Ну, вот этот, конечно, коричневый. Интересно получился. Про цвет. Я не видела, чтобы он коричневым у кого-то зацветал. А еще я хотела показать, пока не забыла. Видите, у нее белая середина. Здесь коричневая, розовая. То есть она вообще разноцветная. Я немножко опылила ее вот этим сортом. Но не думаю, что она завяжет. Потому что все там кривое, непонятно какое, и что там будет, семена, не семена, не знаю. В общем, белая, видите, середина, тут коричневый, тут розовый, тут темный какой-то цвет. Ну, клевый. А солнышко выглядит вот так. Вот видите, листик пестролистный. Еще не могу заснять, боюсь оторвать его. С возрастом листья, видите, они не кажутся такими пятнистыми, но вот верхние листья пятнистые. Да, вот здесь хороший угол, хорошо цвет тоже передает. Со всех сторон, с разных ракурсов их двоих поснимала. Теперь красота. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.